Почти 90% бюджетных расходов городского округа будет направлено на финансирование социальной сферы. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по проекту бюджета Ленинского муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Мероприятие прошло в Видновском районном центре культуры и досуга. Публичные слушания вызвали большой интерес, ведь здесь озвучивается проект основного финансового документа, по которому в ближайшей перспективе будет осуществляться деятельность на территории муниципалитета. Рассказала о проекте бюджета исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Нина Хованюк. Бюджет района на трехлетний период сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района, прогнозируемые показатели которого свидетельствуют о стабильной экономической ситуации на территории района, а также о наличии положительных тенденций для развития экономики и социальной сферы теперь уже Ленинского городского округа. Нина Хованюк озвучила положительную динамику роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. Говоря о расходах, она рассказала, в числе прочего, и о прогнозах на финансирование муниципальных программ, касающихся социальной сферы. При формировании проекта бюджета Ленинского муниципального района на 2020-2022 годы ставились следующие задачи и приоритеты. В первую очередь, это выполнение указанных показателей по размеру заработной платы работников в отраслях бюджетной сферы, обеспечение заданных темпов роста заработной платы, первоочередное финансовое обеспечение реализации приоритетных для региона и муниципального района задач. Таким образом, бюджет муниципального района сохранил свою социальную направленность. Расходы бюджета направлены на создание комфортных условий проживания граждан и качественное получение ими муниципальных услуг.